друзья. Вы знаете, когда человек набирает вес или теряет вес, у него возникает потребность, знаете, там, пойти и перемерить шмотки, которые у него есть. И вот я, поскольку сейчас теряю вес, то я пошел перемерить шмотки, которые у меня есть. На самом деле, я думал, брюки, сколько у меня брюк, дикое количество за столько лет, как все в хорошем состоянии, вроде выкинуть жалко. Ну, в общем, короче, пошел я перемерять, и в аналог, так сказать, нашего гардероба наткнулся вот на костюмчик, друзья. Вы видите костюмчик этот, мы его приобрели в 28 лет назад, мы еще жили в СССР, это был последний год перед отъездом, и мы зашли в какой-то магазин, там черти что творилось в этом магазине, я перемерил там несколько костюмов, пока мне работник, так он так тихонечко вынес, там повесил, я говорю, там фабрика «Большевичка» по французской лицензии, там что-то написано было. Вот, пожалуйста, «Большевичка». И вот, значит, да, хочешь показать «Большевичку», пожалуйста. У меня камера трясется, так что уж не обессудь. Покажи «Большевичку». Вот это «Большевичка» по французской лицензии. И... Сделано в СССР, Миша. Но не дословно. Написано. Нет, страны нет, а костюмчик есть. Да. И вот я чему обрадовался? Я обрадовался, что я в него влез, друзья. Значит, 28 лет назад вот я был в этом костюмчике. Может быть, он был посвободнее, да, Свет? Может быть, чуть-чуть был свободнее, но смотрите. Ну, что я это самое? Пожалуйста, вот. Костюмчик, могу все сделать. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, да, костюмчик сидит. Я такой тоненький, весь на французский манер. Вот, пожалуйста. Ну, конечно уже, друзья, ремешок американский, ботиночки, рубашечки, там все. Ну, вот, в принципе, Свет, вот я такой был 28 лет назад, когда приехал в Америку. Чего всем и желаю.